Друзья, всем привет! И это легендарный Хатан Батар Базар. Давно я с ним не играл. Поехали. Да, есть такой вариант. Здесь вот конь c3 и e6. Только так можно пытаться бороться за перевес. Ну, в моем понимании, по крайней мере. Давайте e4. Вот насчет e4 не уверен. Ну, центр какой-то я получаю. e5 здесь, да, принципиально. d5, наверное. Не знаю, что это за позиция, как ее оценивать. Слон d2, 3-0, может быть, хочу. Да, друзья, не пугайтесь постороннему шуму. И я вновь во дворе. a5, ну давай, да, слон d2, 3-0, наверное, я уйду. Так, а что ты хочешь, додвигать до a3? Не дадим. Ферзь b6, ну давай, 3-0. Кстати, у него активность-то какая-то есть. И не шуточная, как я понимаю. g4, g5. Дает ли это что-то? Конь сейчас идет на c5, да? Конь идет на c5, и это может быть, ух, как неприятно. Давайте, ладно, как-то бочком слона сразу на c2 поставлю. Да, блестяще играет пока. Пока играет блестяще. На g4 где-то. Так, это он что, на пешку напал, да? Ты же предупреждай, на кого ты нападаешь. Так, а где я буду свою активность осуществлять? Так, ну это он мне зря сделал. Сейчас конь на b5 пойдет. Это уже совсем другая песня. Сейчас мат пойду ставить h5. И он просто себя убил, по-моему. Выстрелил себе в ногу. Мне кажется, уже просто безнадежно. Так, ну пока, наверное, король b1. Последнее приготовление. А потом, я думаю, будем h5 заряжать. Может быть, и сразу можно было. Так, нет, здесь я не буду. Слон b4 пока напал. Так, ну вот h5. Да пора, наверное, уже h5. Бьем. Бьем и ставим мат. План таков. Забрал. А, вот так вот. Ферзь a6. Вот этого я не видел. Признаюсь честно. Так, на e5 как-то все это мне уже не очень нравится. Без качества ферзь h6 тоже, наверное, можно покатать. А ферзь f3, слон b4, да, есть ход. Не очень. Ладно, а ферзь e5. Давайте, ферзь e5, там слон b4 какой-то удар. Конь d2, еще шах есть. А, вот даже так, да? Ну, давай, d6. Что это за ерунду наиграл? Ну, ладно. d6, d7. Так, да это понятно, что тут мат мне ставят. Вроде не ставят пока. Шах на g6. Король c3 пойду. Во все тяжкие. Ну давай, побежали. Так, ну здесь я на c7 должен ходить. Так сразу пока не вижу, как я проигрываю. d7 все-таки. Неплохая угроза. Как защищаться от d7? Я даже не вижу, куда пойти, чтобы потом шах объявить. Как это ни странно. Ферзь g6, что d7? А, вот что, да? Ё-моё, ферзь c5.
Ух ты, началась какая катка. Шах, что, бежать надо, да? Побежали вперед. Ой, это я заберу. Это я заберу. Да, ну и партия заканчивается. Да, чуть я мат не получил, но вроде все обошлось. Вот такая вот, друзья, победа. Давайте я вам покажу, что тут было. Кстати говоря, вот эта позиция на ладья c4, она и не хуже у белых, как ни странно. d6, а вот конь d2, дабл ход. Ладья c2. Какие-то нули пишет этот движок. Шах сюда. Шай уже плохая позиция, судя по всему. Да, конь c7. d7, фес c6 и фес c5. Фес f6 был шах. Так. И b5 здесь выиграл ход. Фантастика. Ну, b5 такой, мне кажется, по-человечески трудно поднимаемый. Да, ну такая вот игра, друзья, не безошибочная, но тем не менее победа. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. И до новых встреч.